Могли бы сделать аккуратнее за эту цену. Это футболка. Ой, они такие большие! 1200-300 рублей. Еле как выговорила. Я пакетик оставлю. Всем привет! Я Ксюша, и вы на канале Сестрички Лайф. Сегодня я буду видео одна, потому что у меня распаковка. Распаковка мяча Билли Айлиш. Многие уже знают, что я большая ее фанатка. Я решила скупить почти всю свою новую коллекцию 2020 года. Сегодня пришла вот такая вот посылочка, вешка. В этом году очень классная коллекция от Билли Айлиш. Просто бомба! Сегодня буду открывать эту посылочку вместе с вами. Посмотрим на качество одежды и дизайн. И оценим. Но перед тем, как я начну, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Поехали! Всем привет! Вы на канале Сестрички Лайф. С вами Лиза и Алина. Ну а сейчас мы хотим познакомить вас с мега веселыми и классными девчонками. Это сестрички Рита и Алена. Их канал называется Sister Star. Там вы можете найти очень много интересных видео. Веселые и сумасшедшие челленджи, интересные влоги и многое другое. Мы просто залипаем на их видео. Не верите? Тогда переходите на их канал по ссылке в описании и убедитесь сами. Мы уже давно подписались. Так, давайте открывать. Кстати, ребята, смотрите это видео до конца. И здесь вы можете проголосовать, что вам больше понравилось. Также я вам скажу, что мне больше понравилось. Ну что, я открываю. Смотрите, пакет очень большой. Как вы думаете, сколько там всего вещей? Сейчас посмотрю. Давайте я не буду смотреть, буду вытаскивать наугад. И первое у нас... Это толстовка. Вот такая вот толстовка. Это принт Билли Айлиш аниме. Очень классная. Тут написано зеленым цветом Билли Айлиш. Посмотрим на саму толстовку. Я взяла размер XS. Самый маленький. Нет, хотя там было 10-12 лет. Но этот размер уже закончился. Поэтому я взяла XS. Я знаю, мне немножко будет большевать. Но я люблю большую одежду. У этой толстовки есть капюшон. И что мне очень нравится, здесь есть воротник. Когда холодно, можно закрыть лицо. Я обязательно буду мерить одежду. Не переключайтесь. Цена этой толстовки 6645 рублей. Достаточно дорогая. Бежки мерч Билли Айлиш всегда очень дорогой. Ну, давайте посмотрим на качество. Посмотрим, как она прошита. Вроде все хорошо. Так, ниточки немножко торчат. Могли бы сделать аккуратнее за эту цену. Ну, толстовка сама по себе очень теплая. Смотрите, тут воротник, как у водолазки. Так он широкий. Еще и капюшон. Мне уже не терпится ее померить. И ниндзя. Как вы видите, она мне немножко большевата. Такая вот длинная. Мне нравится. Вроде нос могу прикрыть, если вдруг будет холодно. Еще есть принт на спине. Так, ну что, идем дальше. Опять достаю и не смотрю. Ого, это футболка. Она переливается. И она тоже большая. Но это XS, самый маленький размер. Так, стоимость этой футболочки 3317 рублей. Немало. Но принт, конечно, это вообще. Не знаю, как видно вам на камеру, но она так переливается. Тут также Билли Айлиш в стиле аниме. Ну что, давайте посмотрим на качество. Вот я вам покажу принт поближе. Качество хорошее, он такой плотненький. Но эта футболка лучше по качеству, чем это на мне. Это я покупала на сайте Билли Айлиш. Но это качество мне больше нравится. Здесь вот такая этикеточка Билли Айлиш. Посмотрим, как тут все прошито. Тут чуть-чуть ниточки. Все прошито ровненько, аккуратно. Так, и это у нас 100% хлопок. Замечательно. Так, я ее уже хочу померить. Да, она мне большая. Ну, думаю, ничего страшного. Ведь Билли Айлиш тоже носит одежду больших размеров. Тут еще на рукаве написано. Билли Айлиш. Эта футболка мне тоже очень понравилась. Так, достаю следующее. У нас штаны. Огромные штаны. Я себе недавно купила эту толстовку вот с таким принтом. И решила заказать еще штаны. Ну, это размер XS. Самый маленький. Я вижу, что они очень большие. Даже не знаю. Потом померю и посмотрю. Штаны стоят
4980 рублей. Еле как выговорила. Что? Еле как выговорила. Смотрите, вот у меня толстовка, которую я покупала в магазине. Она стоила почти 7500 рублей. Это самая дорогая толстовка, потому что у нее очень большой принт. Он тоже с начесом, как и беленький. Я его уже поносила, и начес скатывается. И еще один минус. Если вы наденете под толстовку что-то белое, ну или светлое, то эти ворсинки будут прилипать к одежде. Посмотрите, какой принт красивый. Он очень толстый. Ну, здесь тоже прям беляешь. Так же, как на белой толстовке. Этот размер XSS. Меньше не было. И он у меня очень большой. Но я все равно его ношу. И вот штанишки с таким же принтом. По бокам есть два кармашка. Небольшие. И не маленькие. Нормальные. И шнурочек. Я даже боюсь мерить. Только не очень огромно. Что я буду с ними делать? Я могу носить. Качество у штанишек не такое, как у толстовки. Это 100% хлопок. Они без начеса. Ну что, ребят, будем мерить. Надеваем штаны сначала. Ой, они такие большие. Я уже вижу, что они большие. Почему они делают такие большие размеры? Они же знают, что дети есть, которые любят бильярд. Значит, большие, но... Я надену еще толстовочку. Ну что, ребят, смотрите. Мне очень нравится. Носки беляешь, футболка беляешь, толстовка беляешь, штаны беляешь. Ну, хорошо, тут на резиночке и на шнурке. Поэтому не потеряю. Мне этот костюм очень нравится. Так, достаем дальше. Тут у нас... Еще одна футболочка, уже белая. Это такой же принт, как у белой толстовки. Вот этот размер 10-12. Качество футболки такое же, как у черной. И стоит она 2980 рублей. Давайте вам покажу поближе. Смотрите, здесь наклеены стразики. Написано Billie Eilish. Это похоже на краску. Видите, здесь размер 10-12 лет. Я не понимаю, почему они на всю одежду не взяли 10-12 лет. Посмотрим на качество футболки. Как все прошито. Все аккуратно. Нету ниток. Это 100% хлопок. Это детская бежка. В спине ничего нету. Только просвечивает. Ну что, я буду ее мерить. Да, этот размер как раз подходит. И вижу, что она немного просвечивает. Ткань не очень плотная. Так интересно, большая она или нет. Открываем. Аккуратно. Да, конечно, не аккуратно, как всегда. Упаковочка мне очень нравится. Такой пакетик удобный. Написано на пакетике Billie Eilish. Тут вот бежка. Инструкция для маски. И такая большая. Она очень странно пахнет. Ну да, ну принт красивый. Принт такой же, как на толстовке и на штанах. Маска небольшая, нормально. Вот. В общем, в инструкции написано, эту маску нельзя использовать, если ты болеешь. То есть она не защищает от вируса. Она просто так для красоты. Она эластичная, тянется. Вот морда. Вот так вот она внутри. В общем, она чисто для красоты. А зачем мне маску? Просто так для красоты. В школу пойду завтра. Так, дышать в ней легко. Воздух проходит нормально. И стоит эта маска 1300-200 рублей. 1200. Тысяча? Как он собрал? 1200-300 рублей. И стоит она 1320 рублей. Ребята, это все.
все, что я заказала с Мерча Грилиш. И в общем я на это потратила 27 500 рублей. Это самый дорогой меч, который я когда-либо покупала. Я очень рада, потому что мне все очень понравилось. Теперь вы можете оценить, что вам больше понравилось. Заходите вот сюда и голосуйте. Обязательно я куплю шапочку. Еще хочу купить носочки, но это в следующий раз. Больше всего мне понравилось. Все, мне все понравилось. Футболочки тоже классные. Тем более это как-то переливается. Единственное, что мне не нравится, что они не делают маленький размер. Только одна футболка была 10-12. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Обязательно подпишитесь на канал. На сегодня все. Спасибо всем за внимание. И всем пока!